Какие-то костюмчики. О, ничего себе. Что написано? Завалкин Борис Федорович. Так, и что здесь? А, это на его костюм. Окончил студию. В общем, вся история Завалкина. Я так понимаю, фраза. Не надо стариться, надо быть интересным. О, хорошая фраза. Это, скорее всего, мундир Завалкина. Да. А, это, наверное, где он раздевался, Завалкин, видишь? Ну, где гримировался, я так понимаю, да, точно. А, вот он сам, наверное. Это его костюм театральный. Вот такой маленький мини-музей, да. Так, а здесь что такое? Из коллекции башмачков Завалкин. А, это он собирал коллекцию такую, да? Ничего себе, красиво. О, ничего себе. Мастерская. Да, здоровско. Так, о, это, скорее всего, это личные вещи Завалкина. Ничего себе, какой прям. Так, а что это такое? Почетный гражданин Тульской области. Вот так вот. Здоровско. Очки. Вот сам Завалкин. Почетный гражданин Тульской области. Здоровско. Так, а здесь у нас что? Тоже из коллекции башмачков Завалкина. Какие красивые башмачки. Интересные вообще. Фарфоровые всякие. В общем, человек собирал башмачки. Здоровско. Вот сам Завалкин. Водка красит нас, но портит репутацию. Да, интересно. Да, много очень ролей сыграл Завалкин. Так, а здесь что у нас? Благодарность президента Российской Федерации. Ничего себе. За большие заслуги в развитии театрального искусства и в своей и в связи с 225-летием со дня основания объявляем благодарность коллективу Тульского государственного академического театра драмы имени Горького. Представляете, 225 лет. Вот это да.